Мы приехали в небольшой кемпинг Малый Еламан и разместились здесь, чтобы переночевать одну ночь и отпраздновать Юрин день рождения. Это так классно, поздравлять свой день рождения на Кумалтаре, там еще гора. Летом всегда хорошо. Ну, мы на Камчатке справляем. Я еще хочу на Камчатке день рождения. Пошли в первый поход на озеро. Это наша стоянка на сегодняшний день.
большая, видна с севера Чуйского хребта. Вот это прям перед нами, это южный хребет, южно-чуйский, да. У нас... камни, мегалиты, они оставались там, где находятся сейчас, вот в Чуйской степи, мы можем периодически их увидеть. Кроме того, существует вторая версия, откуда взялись эти камни, мегалиты. Субтитры
Луганске вышел. В воскресенье будем здесь смотреть. Сегодня мы поднялись уже на 3200 к леднику. Теплом костра согрета, как хочется, чтоб все мы здесь еще раз собрались. Чарай жын